Итак, для этого фокуса я возьму и достану, допустим, двух королей. Тот самый обычный, два черных короля. Раз, два. Смотрите, берем. У меня есть два черных короля, и что мы делаем? Берем, оп, и у меня теперь здесь лежат два красных короля. Вот такой вот очень-очень классный фокус с картами. Если вам понравился данный фокус, обязательно ставим лайк. Как только наберется 40 лайков, выпущу топ-3 фокуса, которые можно показать с картами без подготовки. Это реально очень классные, крутые, эффектные фокусы с картами. Ну а сейчас давайте перейдем к обучению на данный классный, крутой фокус. И кстати, ребят, если вы еще по какой-то причине не подписаны на мой канал, то прямо сейчас берите и подписывайтесь. Потому что, как говорится, кто подписан на мой канал, тот мой подписчик. Ну а сейчас мы начинаем обучаться на данный крутой фокус. Итак, этот фокус можно показать полностью без подготовки и полностью с подготовкой. Давайте начнем, наверное, полностью без подготовки, потому что на самом деле мало кто любит заготавливать сразу колоду и показывать фокус. На самом деле я не люблю всякие зарядки, заготовки и так далее. Поэтому что мы делаем? Берем колоду, полностью перемешиваем. Наш зритель перемешивает. Мы уже показали несколько фокусов. И сейчас мы вспомнили, что мы хотим показать фокус этот классный, потому что он реально очень эффектный. Что мы делаем? Допустим, мы должны для себя, во-первых, понять, что мы будем превращать. Допустим, мы будем превращать двух красных королей в двух черных королей. И для этого мы для начала должны найти одного короля красного. Допустим, вот красный король. Но мы не ищем прямо так вот в открытую, мы говорим зрителю: смотри, у меня все колода полностью перемешаны. Находите короля, ставите на нем брейк и нашим любимым пассом кидаете его вниз. То есть, как бы, если вы смотрели предыдущее видео, то вы его умеете делать. Если нет, то посмотрите обязательно. Я там тоже показал этот пас. Ну, давайте еще раз объясню, как его делать. Левая рука вот так вот, правая рука вот так вот. Взяли, перевернули. После этого вы должны нижнюю карту отсчитать. Вот, одна единственная карта. Вы ее отсчитываете. После чего вы немножко ее сдвигаете в гамблеркоп. Гамблерскоп. Сдвигаете ее. И переворачиваете колоду. Таким образом, ваш король остается в колоде перевернутый. То есть вы взяли вот. То есть вы взяли вот ваш король здесь. Вы его мизинчиком отсчитали. После чего сдвинули в гамблерскоп, перевернули колоду и опять ее открыли для зрителя. И когда вы открываете его второй раз для зрителя, вы в этот момент говорите: смотри, вытащи из колоды два черных короля. И зритель вытаскивает, допустим, вот король черный и ищет второго короля. И когда он нашел второго черного короля, вы красного короля кидаете на низ колоды. То есть вот он достает черного короля. Зритель, а вы, вот ваш красный король, закидываете его наверх. Таким образом, вы полностью в процессе фокуса зарядились под данную, так сказать, сменку двух карт на две карты. То есть все, вы уже заряжены. После этого вот две карты, которые выбрал зритель, два черных короля, вы показываете, то есть он сам даже достал, вы у него забираете и здесь отсчитываете две карты. То есть две карты пинки каунтом. Раз, два. Кладете одного короля, перекручиваете как-то. И вводите второго короля. После чего забираете одного короля. Здесь забираете все с брейка. То есть у вас здесь три карты на брейке. Вы кладете сверху короля, берете одного короля. И здесь у вас три карты. Вы этого короля подравниваете, чтобы он лежал ровно на колоде. Здесь все три карты переворачиваете таким способом. И теперь самое, наверное, важное и самое сложное в этом фокусе. И теперь, наверное, самое сложное в этом фокусе – это сделать саму сменку, чтобы она выглядела беспалевно. Что вы делаете? Ваша задача – большим пальцем отщипнуть верхнюю карту. Я думаю, это сейчас хорошо видно. То есть вот у вас вы положили три карты, после чего отщипнули одну карту. Я думаю, научились это делать. В принципе, это не очень сложно. После чего вы берете и делаете саму сменку. Она выглядит тоже, в принципе, довольно просто. Вы указательным пальчиком просто берете и задвигаете эти две карты наверх. Сюда. И на скорости это получается, что вот вы отщипнули одного короля. И
эту карту, когда вы на скорость отдвигаете, выглядит эффектно. Но чтобы добавить еще больше эффектов, вы берете, то есть отщипнули одного короля, взяли, отщипнули одного короля большим пальцем, вы берете, взяли, отщипнули одного короля, и вы в момент, когда вы задвигаете указательным пальцем эту карту, вы сдвигаете, ну, вы дергаете рукой и щелкаете пальчиками. В момент, когда вы задвигаете указательным пальчиком, вы щелкаете правой рукой и делаете такой взмах. То есть тогда это выглядит, как будто реально это перевернуло, ну, изменилось. И сразу же вы переворачиваете верхнюю карту и показываете зрителю, что у вас две карты изменились. И зритель реально немножко в шоке. То есть, как бы вот взяли двух королей, показали два короля, накрыли, отщипнули одну карту, вот так вот, бам, и сделали взмах и щелчок, и у вас поменялся король на другого короля. Выглядит реально очень-очень эффектно. Взяли, раз, два, три, четыре, и еще раз. Взяли, показали двух королей. Выглядит реально очень и очень эффектно. Берем, оп, и у меня теперь... Итак, для этого фокуса я возьму и достану, допустим, двух королей. Тот самый обычный, два черных короля. Раз, два. Смотрите, берем. У меня есть два черных короля, и что мы делаем? Берем... Оп, и у меня теперь... Вот очень классный, крутой фокус с картой. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока.